приветствовать всех на своем канале. Добро пожаловать ко мне в гости. И в продолжении темы волос я сегодня вам покажу еще два средства, которые очень легко делаются дома и которые помогают поддерживать состояние волос в очень хорошей форме. Конечно, в магазинах есть аналоги этих средств, то есть не обязательно морочиться и готовить их дома, можно пойти купить в магазине, но я, как любительница всего натурального, предпочитаю быть в курсе того, что находится в моем средстве, и быть уверенной в том, что это средство полезно, действительно приносит пользу и полезно моим волосам, моей коже. Поэтому, кому интересно, пойдемте со мной, я вам покажу и расскажу с удовольствием, как и что готовится. Пойдемте. Первое средство, которое я вам сегодня покажу, это сыворотка блеск на основе масла жужоба с эфирным маслом лимона и протеинами шелка. Это универсальное средство, оно подходит абсолютно для всех типов волос, это правда так. Это сыворотка в виде спрея, которая дает волосам очень красивый блеск, питает и защищает от всякого вредного воздействия окружающей среды. Эта сыворотка наносится либо сухим, либо влажным способом, в зависимости от вашего типа волос. То есть, если у вас волосы сухие, обезвоженные, то просто наносите это средство на всю длину волос, очень хорошо так вот пропитайте волосы и оставляйте до полного высыхания. Либо сразу высушите феном. Если у вас волосы нормальные или жирные, склонные к быстрому засаливанию, тогда наносите это средство также на всю длину волос на 10 минут, а после этого просто смывайте любимым шампунем. Эффект будет тот же самый. Второе средство, которое я вам сегодня покажу, которое продолжает тему ухода за волосами, это маска на основе масла кокоса и маноэ. Это также универсальное средство, подходит абсолютно для всех типов волос, потому что масло кокоса и масло маноэ это классические компоненты, которые очень хорошо работают с любыми волосами и улучшают состояние любых волос. Маска эта дополнительно будет обогащена протеинами шелка, которые дадут волосам еще больше блеска, мягкости и силы. Средство это наносится на чистые волосы, выдерживается там 5 минут и потом смывается просто прохладной водой, высушивается и укладывается волосы как обычно. Дистиллированная вода. Можно использовать любую чистую воду, слабую минерализацию, можно просто очищенную воду. Я в данном случае возьму дистиллированную, чтобы наверняка уже не занести никаких микробов в средство. Масло кокоса. Это классическое масло для волос. Оно питает, разглаживает поверхность волоса, делает их блестящими и сильными. Также это масло обладает ярким экзотическим ароматом, который очень щедро отдает волосам. Масло маноэ. Это масло получают путем настаивания цветов тиары в кокосовом масле. Тиара – это такой небольшой кустарник с белыми цветами с островов Тихого океана. Масло маноэ идеально для укрепления и восстановления поврежденных сухих и ослабленных волос, делает их гладкими, блестящими. После этого масла они очень хорошо расчесываются и также передают волосам очень приятный нежный аромат. Эмульгатор BTMS. Эмульгатор BTMS – это растительный кондиционер для волос. Он делает их гладкими, облегчает расчесывание, снижает статическую наэлектризованность, делает волосы мягкими, шелковистыми, послушными, не утяжеляет их. Также подходит для всех типов волос. Благодаря этому кондиционеру средство получает очень плотную кремообразную текстуру. Гидролат липа. Успокаивает зуд, снимает сухость и раздражение кожи. Особенно хорошо проявляет эти свойства на волосах и коже головы. Также укрепляет хорошо волосы. Жидкий протеин шелка. Незаменимый компонент для ухода за волосами. Шелковые волокна улучшают эластичность волос, разглаживают чешуйки. После применения средства с протеинами шелка волосы становятся шелковистыми, блестящими, сильными и очень легко расчесываются. Ну и консервант Косго защитит мое средство от ненужных вредных бактерий и поможет сохранить средство на 3 месяца. Thank you.
отправляю в миску масло кокоса и масло маной. Сюда же отправляю 5 ложек по 2 мл BTMS. Вторую миску я отмеряю водную фазу, дистиллированную воду и гидролат. Вот эти миски идут на водяную баню, вода с гидролатом нагреваться, а BTMS с маслами таять. Обе фазы должны быть одной температуры. Вода нагрелась, BTMS полностью растворился. Теперь я медленно, потихонечку вливаю водную фазу в жирную и постоянно буду помешивать. Мешать продолжаю до сих пор, пока смесь не остынет и не превратится в крем. Протеин и шелка. И консервант Коскар для защиты. Сыворотки блески для волос будет использоваться гидролат Либо. Его свойства я уже рассказывала чуть раньше. Также известный протеин шелка и консервант Косгард тоже входит в этот рецепт. И новые компоненты в этом рецепте — это масло жожоба. Растительное масло жожоба питает и восстанавливает поврежденные волосы, усиливает блеск, предотвращает выпадение волос. И эфирное масло лимона. Это природный антисептик. Прекрасно тонизирует кожу головы. Суть эфирного масла лимона для волос состоит в том, чтобы очень хорошо очищать волосы и усиливать блеск. Также обладает очень приятным свежим ароматом и очень хорошо подходит для ухода за волосами.
получается такая двухфазовая жидкость, которую нужно будет перед применением очень хорошо взбалтывать. Двухфазовая, потому что нет связующего звена, нет эмульгатора никакого. Вода осядет, масло всплывет, и такая получается двухфазовая жидкость. Вот посмотрите, масло всплывает, а вода осталась внизу. То есть перед применением нужно сделать вот так. Все, и после этого распылять на волосы, чтобы равномерно наносилась и вода, и масло. Красоты волос вам, девочки, и вдохновения. Пока.